сейчас поищем вот в этом огородике. Ой, ой-ой-ой. Вот такой вот огород. Сейчас будем тут искать. Что найдем, то покажем. Сюда дом перетащили, да? Ну вот, видишь, камни везде. Вот они, валуны. Бревна даже, вот они здесь целые. Сюда его столкали, наверное. Вот это здесь находок, я думаю, да, если... Если посмотреть все это, сказать. Смотри, вот они, черепки даже. Это же они? Да. А нет, это не они. Вон они, черепки лежат. Дальше, да. Вот это здесь... Ну, вообще, вот, я так понимаю, откуда его столкнули, а вот оттуда справа. Оттуда черепки валяются. Вот они, смотри. Да. Вот он, черепок, прям горлышко, вот оно. Значит, дом где-то, ну, недалеко был. Да? Вот там справа, где я копал, там бревна. Может, там какое-нибудь хозяйство. Ну, вот оно, бревно идет. Да, хозяйственное, может, какое-нибудь это было. Здание, а ты представь, сколько вот здесь в этой траве монет еще лежит. Ну да, придется триммер покупать. Да, весной. Да, ну вот он и фундамент здесь. Ладно, давай еще дальше искать. У меня очередная находка, дорогие друзья. На улице сегодня у нас сильнейший ветер дует. И как мы видим, монета у нас здесь. А выпала копейка. Копейка не пойми какого года. Сегодня я без воды, без всего. 1892 год вроде бы. Или 98. Одна копеечка. Сегодня воду не взял с собой, блин. Да, ветрища порывами очень сильно дует. Ну, а мы вот такие вот находочки собираем. Прекрасные деревенские пейзажи. Красота. На улице осень. Ну, а мы вот копаем здесь старинный фундамент в огороде. Нас пустили сюда. И у меня находка, друзья, очередная. Так, камера. Сегодня у меня камера барахлит немного другая. Вот такая вот находка. Очередной православный старообрядческий крест. Лепесток так называемый. Еще я его лопатой долбанул. Блестючий. Вот здесь. Ладно, вот это здесь окисленность. Такая окисленность. Домик такой на фоне стоит красивый. А у нас находки. Очередная, друзья, монета. Сегодня довольно-таки крупная, с глубины выкопал. Сигнал был хороший, 0,145 на ятрак. И давайте будем смотреть, что у нас тут. Ох ты, что-то сильно окисленное. Это, скорее всего, трояк низкопрофильного чекана. Смотрите, как отваливается все. Или 2 копейки, или 3 копейки низкопрофильного чекана. Оп. Да, это они. Ну, крупная монета, слушайте, крупная. Ну, ей уже ничего не страшно, она вон вся окисленная. Вот здесь видно. Орел такой красивый. Ну, сейчас в полевых условиях я это вряд ли почищу. Как-то. Ну, вот такие вот находки у нас здесь на огороде. Друзья, рекомендую проверенный магазин для поисковиков и кладоискателей у деда Мити. Огромный ассортимент, фирменная продукция, официальная гарантия. Кроме того, есть розничный магазин в городе Подольске. За годы работы магазин получил тысячи положительных отзывов от довольных покупателей. Я и сам являюсь клиентом этого магазина. Кроме того, для поисковых отрядов действуют особые условия. При покупке металлоискателя назовите промокод «Поиск кладов», и вы получите скидку или отличные бонусы при покупке металлоискателя. Ссылку на магазин, друзья, оставлю в описании под этим роликом. Переходите и заказывайте.
Ну что, дорогие друзья, сегодня ходим уже, наверное, часа два по вот этому огороду. Я вот нашел фундамент. Здесь вот камни в этой траве начинаются. Ну и у меня хороший был сигнал очередной. И вот такая вот красавица выпала. 3 копейки, 1916 год. В таком состоянии прекрасном. 3 копейки, монета Российской империи. Вот так номер сегодня у нас. Все, отхожу вот здесь по огороду. Картошку выкопали. И мы монеты собираем. Итак, у нас тут у товарища сигнал. Судя по всему, положительный, да? Ну, наверное, да, только ты задницу мою не снимал. Прям хороший такой сигнальчик. Ну-ка, убеди-ка Виталик чуть-чуть. А, я выключил его. Ну, видишь, коренько. Что-то нравится. Вот здесь. Так, что здесь? Да явно монета по-любому. Вот она, красотка. Я же тебе говорил. Вот она. По звуку. Ну, это у нас что-то такое непонятное. Все окислено. Что-то жирное. Большое. Деньгам его? Это копейка, наверное. 1/4 копейки серебром. Ну и, блин, тут фиг его пойми. А может быть, сэй. Может быть, что получше. Не знаю. Такой вот огородик. Странно, сегодня находок возле дома практически нету. Вот здесь такой домик стоит, старинный тоже. Но рядом находок практически нету. Здесь вот огород. Ходим. И тишина абсолютно. Он такой обширный. А вот туда дальше, в конце огорода, посередине практически. Товарищ ходит, там вот что-то копает. Там вот есть, в принципе, находки. А здесь все пусто. Очередной, друзья, сигнал. Я уже заранее знал, что это хороший сигнал, но не стал снимать. И видим уже, что это у нас масонский пятак, судя по всему. Да, это масонский пятак, но очень-очень убитый. 5 копеек видим. 5 копеек. 1830 какой-то год. Ну, в плачевном состоянии, конечно. Сильно окислено еще. Глубина, друзья, была приличная, приличная. Больше штыка вот лопата стоит. Все вот здесь, можно сказать, возле мусорки, посмотрите. Шифер вот здесь, пакеты всякие. И монетки. Ну что, наш поиск продолжается. Спустя минут, наверное, опять. У меня вот здесь участок я нашел, небольшой такой. Весь звенит находок, друзья, море. Очередная находка это. 1788 год. Динго Екатерининская. Вот такой вот здесь всадник. Сегодня у нас такой расслабленный коп. Без процесса, а вот только находочки. Такой вот участок здесь, сигналов море. Копаешь, и находки попадаются в огороде. Ну что, друзья, спустя минут 5, наверное, у меня очередной был сигнал. Еле как его заметил. Не знаю, такие сигналы можно, конечно, пропускать. Он еле-еле был слышен. Очередной крест-лепесток. Посмотрите, насколько он окисленный. Его даже аккуратно надо трогать, потому что может развалиться. Но видите, что это крестик. Оба, видите, что получается. Он уже сильно окислился и может повредиться и сломаться полностью. Не будем его трогать. Вот это на сегодня находки у нас старинные. Такой деревушки. Очередная находочка у нас, друзья. Это у нас монета вот такая. Посмотрите, в каком она коконе.
Очень сильная окисленная монета. Скорее всего, какая-нибудь копейка серебром. Опа! Улетела. Ну или даже попозже. Или раньше наоборот. Даже не пойму, что за номинал-то. Ну, гурт вижу. Вот, кстати, кольцевая какая-нибудь. Например, как вы на это смотрите? Что это может быть кольцевая монета? Хотя нет, колец не наблюдаю. Центральная часть вся прилипла. Не почистить даже. Не пойму, что за номинал-то. Ну, кстати, да, это кольцевая, судя по всему. Копейка. Не копейка, а деньга кольцевая. Не пойму даже, что за номинал. Центральная часть, я никаких опознавательных знаков не вижу. Ладно. Какалик, скорее всего, какой-то. Ну что, очередной был сигнал здесь, недалеко от предыдущей. От предыдущих 3 копейки. Звук у меня в наушниках. Ну, где-то вот здесь был, друзья, сигнал. О, взял руку. Блин, кольцо. Вот такое вот кольцо. Я думал, монета. Но сигнал хороший был. Ладно, тоже находка. Все вот возле этого фундамента хожу. Ну что, друзья, вечереет, а у нас сигналы все появляются и появляются. На этот раз у нас вот такая вот, не пойми что, 3 копейки низкопрофильного чекана. Но только вся убитая. Такая вот находка здесь в огороде у нас. Друзья, у меня тут хороший сигнал. 17:46. Я решил его вот так сейчас снимать слой. Хороший сигнал. 0.138. Я сейчас его постепенно вот так буду счищать. И эту монету мы сейчас обнаружим. О! Сигнал исчез. Видите? Нету. Вот здесь где-то. Где-то здесь. Сейчас мы ее разровняем ногой. Вот здесь. По-любому монета. Ну, где-то здесь, друзья. Звук. Вот она. Вот она, вижу. Вот она, монета. Ну и что это у нас? Какая-то опять неопознанная. Неопознанная лежащая монета. На масонскую копейку похоже. Да, это масонская копейка. А может быть, что-то другое. В общем, не пойми что, друзья. Вот так вот монетку в прямом эфире нашел. Ну, сегодня хожу в наушниках, поэтому звука не слышно. Хотя я уже тут ходил. Как это я пропустил? Интересно, непорядок. Товарищ там ходит на фоне. Ищем монеты. Дальше. Ну что, плохо ты здесь ходил? Чего, нашел? Да, я обнаружил еще здесь монетку. Вот, совершенно случайно. Вот такую. Сегодня смысла показывать монеты нету. Но вижу, что это 1 копейка. Посмотрите, здесь какой огородный сохран. Даже в полевых условиях не почистить. Это вам не в лесу копать. Вот здесь практически ногой вот разрыл и нашел ее. Друзья, вот только посмотрите, какая красота. Закат такой. Домики старинные. Ну и что, сигнал там нашел? Крышка бутылочная. Крышка?
Ну, у меня вот здесь тоже был сигнальчик. Сейчас будем смотреть. Сегодня у меня, дорогие друзья, поп такой полуонлайн, потому что не ветер, невозможно вообще никак снимать. А? Ну что-то нашел. Опа, вот такое колечко нашел. Кольцо нашел? Да. Камера у меня сегодня плохо фокусируется. Большое такое, женское. Широкое. Вот такие вот находочки здесь в огороде. Так, все, мы добрались до машины. Сейчас я покажу, сколько мы здесь выкопали. Здесь сейчас дислокацию находок сделаем. Ух, ё-моё, сколько всего. С кармана сейчас это все выгребим. Просто. Чего только нету. Ну, сохран здесь, конечно, ужаснейший. Чё, дрянному конец зубы. Ё-моё. Всякого барахла, конечно. Мне кажется, можно было бы сдать все это. Да нет, копейки это все. Да я прикалываюсь. Нафиг оно надо, конечно. Кстати, ни одного пули не нашел почему-то. Да. А потому что, наверное, крестьяне жили здесь. Так, что у тебя? Вон у тебя тут. Всякая срань. Не это. Всякая срань. Не густо. Ну вот этот образок. А, образок, кстати, да. Монетка. Монета. Больше ничего такого нет. Такие эти. Интересно, что... Его почистить надо. У нас сегодня воды с собой даже нету. Да, да, мы не пили ни хрена. Мы два верблюда сели. Интересно, что везде одни и те же черепки. Но есть постарше. Одна и та же технология. Не, но все равно технология одна и та же изготовления у всех. Ну да. Интересно. Вот. Нет там, чтобы какие-то роспись какая-то была другая. Ну, здесь. Видишь, одни мастера жили, видимо. Может быть. По монетам сегодня тоже неплохо. Смотри. Да. У тебя вообще сегодня шикарно. Что такое? Ну я набрел. Бандитская пуля какая-то была, что ли? Кусок. Ну, вот сохран, ты... конечно, здесь говно, что говорить. Ну, сохран, да, не очень. Ну, вот так-то. Не, вот это ничего, только ее такая-то. От времени, наверное. Ну, ее почистим. Две советские нашел. Тяжести бытия. Две советские, вот они. А, даже три советские. Пуговицы, конинки. Сколько штук. А, вот еще этот наперсток какой-то позолоченный. Во, видал он? Ложка. Ну, нет, не она. Ну, не она, но все равно. Только сегодня монет выкопали. Да. Ты выкопал. У меня сегодня в основном. Наперсток, смотри, позолоченный какой-то. Да? Ну, блестит прям золотом. Кстати, да. А, еще вот эта штука интересная. В дереве. Это самая накладка какая-то. Вот она. Конская подержит бруя какая интересная. Ну это береста. Смотри, береста. Ну-ка. Угу. Кольцо вот такое тоже. Это, наверное, коня что-нибудь. Ну или техническое что-то, я не знаю, может какая-то заглушечка была, еще что-нибудь. Так, ну мы еще обязательно сюда вернемся. Это, наверное, уже весной. Да, может и в этом году. А может в этом году, если пустят опять. Приедем.